Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! И, друзья, напоминаю, что мы находимся в Турции, а конкретнее в Алании. Сегодня у нас день переезда, мы уже выселились с нашей квартиры, все потому, что ее уже больше не сдают, и нам пришлось искать новое жилье. А помогли нам ребята, которые уже живут давно в Алании, они нам подсказали агентство, где можно арендовать квартиру без комиссии. Это для нас просто максимально удобно. Они уже пользовались данным агентством, несколько раз и арендовали жилье, также покупали недвижимость прямо здесь в Алании. Поэтому огромное им спасибо за контакт. Агентство называется Hayat Estate. Более подробно про агентство и контакты мы уже оставим немножко позже, когда заселимся. Смотрите, какую гору вещей мы перевозим. Вещей с каждым разом становится все больше и больше. Я не знаю, мне кажется, настанет тот день, когда мы просто не сможем физически взять эти вещи и куда-то перевезти. Я тоже так думаю, потому что очень много. Мне кажется, все-таки нужно купить какой-то чемодан и с ним переезжать, а не с пакетами. Просто мы такие путешественники, типа а-ля ручная кладь, друзья. Ну просто мы забрали продукты, там много чего покупали, поэтому не было смысла оставлять. Там и гречка моя любимая, плюс там масло, еще Руслана для рецептов. Много всего покупала, поэтому пришлось все спаковать вот в эти все пакеты. А наша новая квартира находится в центре Алании. Сейчас будем собирать все эти вещи, прыгать в такси, и уже когда заселимся, сделаем рум-тур, сориентируем по стоимости и оставим контакты агентства, где можно арендовать жилье в Алании без комиссии. Поэтому, ребята, усаживайтесь поудобнее, заранее нас поддерживайте лайком, конечно же, заваривайте чаек, и всем, ребят, приятного просмотра. Ну что, друзья, можете нас поздравить, наконец-то долгожданное заселение. Мы уже в новой квартире, стоимость данной квартиры 500 евро за один месяц. Ну и давайте по стандарту сделаем рум-тур данной квартиры, покажем, что здесь есть, поделимся всем этим с вами. Начинаем по традиции с входной двери, тут наши все вещи. Получается, квартира 1+1, новый дом ЖК 22 года. Смотрите, встречает нас санузел, все в светлых тонах, стиралка имеется, все как надо, для мыла, зеркало, смотрите, огромное зеркало, прямо чуть ли не в полный рост. Мне нравится, когда вот такое большое зеркало, когда светлая плитка, тут бумага у нас, унитаз, смотрите, и душевая кабина, есть обычный душ, а также есть тропический. Двигаемся дальше, получается, квартира-студия и кухня совместно с гостиной, такая прямо, смотрите, большая кухня, есть огромный холодильник, посудомойка, духовка. У нас, кстати, на прошлой квартире духовки не было, а Руслана любит готовить в духовке, да? Как ты это пережила, расскажи. Я не знаю, как, мне было очень неудобно, потому что я привыкла, что я дома постоянно что-то запекаю. Это прошлый месяц, тот, что мы жили на этой квартире, я постоянно что-то или жарила, или варила. Это не очень удобно. Наконец-то есть духовка, я смогу нормально приготовить и снять какой-то новый рецепт, который будет именно в духовке готовиться. Смотрите, позади такой вот столик, он как барный переносной. У нас похожий стол был на прошлой квартире, только он вот так стоял по центру и все. Тут мы можем либо в углу его поставить, либо по центру вот так выставить, как угодно. Он передвижной, мобильный, проблем нет. Потом стулья, я смотрю, мягенькие, смотрите, барные, такие прямо очень хорошие. Много ремонт вообще по всей квартире, очень хорошие, и очень хорошая вытяжка, она сенсорная, прикольная. Мне нравится, что здесь именно индукция, а не электрическая плита. Да, индукционная плита, чайничек, смотрите. И, кстати, по-современному, мы когда-то даже думали себе так сделать, чтобы открывались вот в таком формате шкафчики, смотрите. Полностью большой шкаф, тут у нас посуда, чашки, принадлежности, все это имеется. Рукомойник плюс, смотрите, посудомойка. Еще есть посуда, свежая, помытая. Обязательно будем пользоваться, это огромный плюс. Ну и, конечно же, вилки, ложки, да, вилки, ложки в этом. В посудомойке, я так понял. Ну, кухонька очень отличная, мне прям нравится. И зацените, какая светлая квартира. Здесь абсолютно все белое, прямо очень уютно находиться. Огромный плоский телек, смотрите, тут застелено, все светленько, панорамные везде окна и диван. Если вдруг просто телевизор полежать, посмотреть или ютубчик поклацать, отдохнуть, можно на таком диване. Кстати, удобно, что диван большой, мы тут с Русланой даже вдвоем поместимся, потому что вот тут ляжешь ты, а там я, потому что я чуть-чуть выше. Я чуть-чуть побольше, ты хотела сказать. Ну нет, я не это хотел сказать. Также кондиционер, везде точечные светильники. И давайте выйдем на балкон-терминал.
террасу. Смотрите, тут тоже очередной столик есть. Мы можем, кстати, переносить его в комнату, если вдруг, да, да, понадобится, и там поставить. Ну, мне нравится такой формат барного, как мы привыкли. У нас и дома такой. На прошлой квартире был такой, и здесь, по сути, то же самое. Сушилочка есть, там веник, совок вдруг поубирать. И такой вот вид, смотрите, на соседний дом, тихая улица, нешумное место, как раз то, что надо. Тут ни автобусы, ни фуры, ничего не будет ездить и гонять. Прямо идеально. Также мы посмотрели, тут пройти совсем чуть-чуть, супермаркет А101, дисконт, Шок. Все в бешей доступности находится, ну, 2-3 минуты пешочком. Также Мигрос тоже 5 минут. Все находится, можно сказать, в пешей доступности. Вот эти диванчики тоже такие мягенькие, можно даже пару таких кресел будет перенести в саму квартиру. И давайте с другой стороны еще вам покажу, смотрите, кухня-студия, гостиная, как это все выглядит. Но это, друзья, еще не все, потому что у нас идет 1+1, тут санузел, это мы все вам показывали. И перемещаемся с вами в спальню, где мы будем отдыхать, проводить ночь. Тоже панорамное окно, смотрите, слева у нас шкаф. Огромный, тут прямо хватит места, чтобы полностью разместить все наши вещи. Также зеркала, двое постельных, сказали, можете поменять без проблем. И давай откроем, покажем, какой красивый панорамный вид. Конечно, на ночь это все дело лучше закрывать, потому что, сами понимаете, мы будем спать, и нас будет видно, как мы тут с Русланой, ну вы сами поняли. Но мне нравится, что можно лежать и смотреть на такую красоту, зелень, смотрите, уютный райончик. Также открывается окно, если вдруг что, можно вот так вот прямо открыть и все это дело проветрить. Но мы с Русланой вполне довольны. Эта квартира даже еще светлее, чем предыдущая, потому что тут все белое. И еще один кондиционер. Можно на обогрев включать, можно охладить. Но охладить, конечно же, мы, наверное, это делать не будем. Еще в доме есть сауна, есть огромный бассейн и есть огромный спортзал, что мне прям очень нравится. И они в красивом стиле сделаны. Мы спустимся, обязательно покажем. Смотрите, также я заметил, еще утюг там был, фен и гладильная доска. То есть без проблем можно постирать вещи, погладить и ходить чистеньким. Не так, как я ходил в кроссовках, когда с Индии прилетел. Помнишь, да? Мои кроссовки не стиранные. И напомню, стоимость данной квартиры 500 евро за один месяц. Хочу напомнить, что арендовали мы ее без комиссии, абсолютно без всяких доплат, через агентство недвижимости Hyatt Estate. Hyatt Estate — это зарубежное агентство недвижимости, которое работает в 20 странах мира, и у них есть офисы в Алании, в Алматы и в Киеве. Также они помогают в Турции оформить ВНЖ либо же гражданство и занимаются арендой и продажей недвижимости. Мы, кстати, хотим выделить один день, чтобы отправиться в агентство и посмотреть, какие варианты квартир есть на продажу, посмотреть цены и снять полноценный выпуск как раз для вас, потому что это очень актуальная тема. Здесь в Алании большое количество новой недвижимости, многие сюда переезжают, получают вид на жительство, либо просто приезжают, например, на лето, либо на зиму, ну, у кого какие предпочтения. Так что, друзья, в следующих выпусках отправимся обязательно в это агентство и покажем и расскажем абсолютно все про недвижимость в Алании. А если вы хотите арендовать квартиру в Алании без комиссий и каких-либо доплат, специально для вас оставляем контакт на агентство Hyatt Estate в описании под этим видео, ссылки, контакты и, конечно же, в закрепленном комментарии. Такой вот подъезд, смотрите, прямо отельный вариант. И давайте спустимся в спортзал. Смотрите, мне так нравится лифт. Он полностью золотой, красивый. Вот такие потолки. Прямо, ну, мега, да, современный, да, лифт. Классно. Прямо золотой лифт, как будто бы где-то в Дубае, в Бурдж-Аль-Арабе, да, там же тоже все позолочено, всегда заходишь в такой лифт, и прямо, друзья, настроение поднимается, потому что, не знаю, очень красиво. И даже зеркало, смотрите, в такой вот золотой рамке. И плавно, друзья, мы вместе с вами попадаем в спортивный зал. Смотрите, тут две беговые дорожки, гиперэкстензия, скамья. Везде зеркала, не знаю, мне кажется, это мега современный зал. Есть и орбитрек, и велотренажер. Также что тут у нас? Можно тоже заниматься, приседать. Это тренажер Смита, да? Потом смотри, вот, даже на трицепс эти штуки. Прямо офигенные тренажеры. И можно менять всякие эти штуки. Слушайте, я давно в таком зале не был. Мне аж захотелось прийти сюда и позаниматься. Я сегодня приду вечером сюда. И все это, друзья, с замечательным видом на бассейн. Смотрите, бассейн, красота, бегаете.
Также имеется большое количество гантелей, вот максимальный вес 25, минимальный 2,5, то есть абсолютно различные веса, ну не знаю, кондиционер, идеально. Будешь тут заниматься? Конечно, с радостью. Да, сегодня приду, очень прикольно, мне нравится, что спортзал именно большой, и что здесь есть абсолютно все, что нужно для нормальной тренировки. И даже кондиционер, он можно включить, если вдруг бегаешь, жарко, ну я не знаю, сейчас, мне кажется, надобности в нем нету. Здесь у нас зона спа, смотрите, шезлонги, можно пользоваться парилками, саунами. Также есть столик, можно даже взять какие-то перекусы легкие. Ну, не знаю, поляну накрывать, я думаю, мы тут не будем. Но очень круто, когда спа включен и можно им бесплатно пользоваться. Вау, ничего себе, тут даже можно поиграть в теннис, ну, в пинг-понг. Я помню, мы раньше ходили, такой пинг-понг с Русланой играли, я ее учил играть. Ты так и не научилась, но думаю, здесь мы наше учение продолжим. Сомневаюсь, потому что мне это не сильно нравится. И самая изюминка, друзья, это такой огромный бассейн, я бы сказал, как для ЖК, это просто здоровенный, потому что в основном их делают маленькие, а тут прямо как отельный вариант. Можно без проблем купаться, тут вот солнышко, еще вроде бы по запросу шезлонги выставляют, такие пальмочки, зелень, красота, чистенько, тихо, не знаю, ну прямо идеально, я бы сказал, вот там, смотрите, полностью все зелено, прямо зеленый парк. Мне очень нравится этот комплекс, нравится то, что вода здесь сейчас не холодная уже, то есть он не глубокий и вода хорошо прогревает. Также в комплексе есть еще и хамам, и сауна, в любой момент туда можно пойти. Это мы вам как раз показывали, там не только сауна, я думал, там просто две парилки, но там одна из них хамам, а другая это сауна. Так что напишите в комментариях, как вам данный ЖК, как квартира, а мы сейчас примем душ, переоденемся, разложим наши вещи и будем отправляться в путь. Все, друзья, следующий день, мы проснулись, думали вчера продолжить съемки, но была такая более пасмурная погода, а мы все-таки хотели показать для вас солнечную Аланию. Тем более, с сегодняшнего дня прямо конкретное потепление. Хотим посмотреть и показать вам, как изменился сезон уже полноценно, официальное, можно сказать, начало сезона. С апреля месяца я заметил, всегда открываются отели, рестораны. Мы вот вчера выходили вечером даже в сторону набережной и заметили, что везде практически полная погода. Посадка. И это, друзья, апрель месяц. Но с началом сезона, с открытием, конечно же, и изменились цены. Потому что мы заходили в тот ресторан, где мы еще в начале марта брали рыбу. Может, помните, стоимость рыбы была 250 лир. Сейчас эта рыба уже 350 лир. И пиво мы брали тогда по 100 лир. Сейчас оно стоит 150. То есть с апреля поднимаются цены, начинается сезон, ну и, конечно же, открываются, ну, практически все отели. Также мы сегодня хотим пройтись в сторону популярного, всем известного пляжа Клеопатры. Там явно уже должны люди купаться, потому что мы вышли, и нам, ну, минут за 5 уже стало жарко. Мне кажется, на солнце сейчас, ну, примерно 28, а то и 30 градусов. Вода в море, ну, примерно 20, наверное, сейчас. Может, когда жаркий день, она и теплее. Ну, как раз мы с вами проверим, будут ли там купаться сегодня люди или нет. И, кстати, насчет цен, смотрите, мы брали свежевыжатый фреш грейпфрутовый. Он стоил 50 лир, еще как только мы приехали в марте. Сейчас мы заходили специально в эту кафешку, он уже по 70. Так же самое с апельсиновым. Апельсиновый стоил 30 лир, сейчас он стоит уже 50. Но, кстати, это хорошая кафешка, она типа немножко в стороне возле Клеопатры находится. Если брать на набережной, то даже в начале марта, я помню, цены были завышенные, ну, в районе 100 лир за такой фреш. Так что надо искать еще специальные места, если вы хотите немножко побюджетнее брать. Ну, не знаю, я считаю, что надо все равно экономить в плане, зачем брать то же самое, если можно взять его дешевле. Тем более там пройтись, ну, не знаю, метров 50 максимум. Еще очень важная тема – это такси в Алании, потому что приложение здесь не работает. Uber, Bolt и так далее, как мы привыкли. По всему городу расположены вот такие вот кнопочки, когда вам нужно такси. Вы ее просто нажимаете, и к вам подъезжает машина, ну, буквально там 5-7 минут. И это будет такси по счетчику. Это будет не фиксированная стоимость, которую они назовут там от фонаря, а именно та цена, которая вам высветится по счетчику. Вы будете сами все это видеть. Это городское такси. К сожалению, карты они отказываются брать, либо у них просто нет терминалов, но обязательно уточняйте by meter, да, по счетчику. Потому что они могут все-таки фикс прайс выдать в итоге, если вы не договоритесь, и вы потом, конечно же, расстроитесь, потому что цена будет, ну, в два раза точно выше. Итак, стоимость посадки 20 лир, а самая дешевая стоимость поездки 90 лир. Даже если вы приедете 70, вам нужно будет по-любому заплатить 90. Так что мы с Русланой сделали выводы, что самый дешевый сезон, это, конечно же,
зимой. Но смотрите, идеальный месяц – это март, когда еще и квартиры не сильно выросли в цене. И мы были в начале марта, цены в кафешках, в ресторанах тоже отличные. Мы даже заходили в ресторан, и не было работников, работал сам владелец ресторана. Он говорил, я нанимаю работников только уже после апреля месяца, потому что сейчас я справляюсь сам. У меня там за день было, ну, 5 столов максимум. И цены тоже вполне себе приемлемые. И еще один важный момент. Мы когда ездили в Махмутлар и в Аланию, все-таки заметили, что в Махмутларе цены в кафешках дешевле. Так что, исходя из этого, делайте выводы. Март месяц идеальный, когда еще не начался сезон, чтобы бюджетно здесь провести время. Ну, либо же на зимовку сюда едут. Конечно, зимой тут будет прохладнее и будут, возможно, дожди. Мы часто слышали, что зимой здесь сезон дождей. Но не прямо такой, там, как в Таиланде, знаете, что дожди нон-стопом идут. Просто они чаще. Сейчас дождей вообще нету, жарко. Иногда там может один день в неделю пасмурно. А так прямо вот загорать, мне кажется, сегодня будет очень много людей. Это мы как раз и проверим. А сейчас мы направляемся в сторону набережной. По пути хотим зайти в какую-то кафешку перекусить, потому что ничего сегодня не ели. И заодно покажем цены. Возможно, мы найдем место там, где более-менее бюджетно, так как у нас уже опыт. Мы уже на опыте, да? Мы уже знаем примерно цены. И чем дальше от набережной, где-то в улочках, тем в основном цены в кафе дешевле. И порции больше. Ну что, зашли в местную кафешку. Смотрите, тут прямо диванчики такие интересные. Тут в основном шаурма, донеры, там бургеры. Смотрите, вдруг кого заинтересует название, оставлю. И что у них есть? У них прямо комбо. Можно и менюшки взять, можно отдельно в булке, в лаваше. Донеры потом с говядиной, с курицей. Мы, в общем, сейчас что-то выберем. Также суп у них есть, чорба. Мы еще ни разу не пробовали. Я думаю, можно будет продегустировать. Ну, либо там с картошкой фри, с айраном. Либо айран взять отдельно. Ну, такие цены. 90, смотрите, если менюшки там 130-150, есть по 85 вот с курицей донор. Ну, плюс-минус нормально. В Махмутларе, кстати, пол хлеба с курицей вот такие стоят 50 лир. Еще и айран идет в подарок. Посмотрим. Мне кажется, тут большую должны принести. В общем, делаем заказ. Ну что, ребяточки, принесли наш заказ. Смотрите, я взял сет. Получается суп, чорба, это чечевичный суп. Также его с хлебом подают, перчиками и лимоном. Это сет, получается, суп. Потом такой вот донер, тоже с салатиком, с перчиками и говядиной. Смотрите, как много здесь мяса, прямо сочный. И в сет еще включается айран. Айран это типа такой кефирчик турецкий, может кто не знает. Очень, кстати, вкусная штучка. Покажи, как он выглядит. Так, вообще открыла. Вот так вот внутри. Ну, так как запить шаурму, то, конечно, идеально. А Руслана решила взять в лаваше донор только с курочкой. Его тоже с овощами, с перчиками подают. Так что, ребят, будем сейчас это все дегустировать. Мне очень интересно вот этот суп попробовать, потому что его продают практически на каждом углу. Так, смотрите. Чечевичный суп. Ну, это, смотри, это не крем-суп. Ну, похоже, похоже, да. Много на крем-суп, но я крем-суп не очень люблю. Давайте пробовать. Его перебили, походу, в блендере тоже. Ну да, чечевица, соответственно. Перчик, соль. Мне нравится, что добавили черный перец. Ну, такой сытный суп, мне кажется, если съесть такую вот тарелку, ну, это реально большая тарелка, то наесться можно на целый день, тем более, если есть с хлебом, с перчиками и так далее. Но хлеб я не буду есть, потому что у меня еще огромный донер, куча мяса. Так что, друзья, давайте, наверное, будем с донором есть, а хлеб оставим, не знаю, на потом. Потому что я не уверен, что если я с хлебом съем суп, то потом захочу этот донор. А у Русланы донор с курочкой. Давайте попробуем. Я помню, первый раз мы, когда после Индии в Стамбуле донор взяли, друзья, это было что-то с чем-то. Я смотрю, там зелень, лучок внутри. А соусы есть какие-то или нету? Он полностью без соуса. Но вкусно то, что здесь чисто мясо и много зелени. То есть это такой вот диетическая шаурма. То есть ты как раз такую и хотела, да? Да, очень классно. Давайте попробуем айранчик. Все-таки не зря его взяли. У меня он в меню шел, а Руслане отдельно взяли. Ну, он маленький, 15 лир стоит. Он в один, как наш кефир. Точно такой же, потому что я знаю, что иногда айраны бывают соленые. Именно вот эта вот фирма, она не соленая, его можно брать. Я помню, зелень убрал, и зелень у меня, кстати, не очень понравилась. Да, это классный. Ну, друзья, такой булкой наесться можно, мне кажется, на целый день. Я не знаю, зачем в сайте еще такой суп сытный с большим количеством хлеба, но хочу попробовать с говядиной. Прямо запашок стоит, вы не представляете. И булка поджаристая, и мясо прямо. Давайте попробуем. Ого, ты укусил, ничего себе.
Это божественно. Очень вкусно. Тоже соусов никаких, майонезов не добавляют. Лучок, помидорчик, зелень. Мясо такое поджарится с корочкой. Очень аппетитно, я не знаю. Мне кажется, я сегодня на ближайшие половину дня наемся. И причем очень и очень вкусно. Ну, друзья, что я вам скажу, мы очень плотно пообедали. Сегодня завтрак был, ну, как всегда, 3 яйца вареных. Для меня это, ну, типа не завтрак, а так, маленький перекус, чтобы не сильно хотелось есть с утра. А тут прямо полноценно супчик, вообще огонь. Там было написано что-то баттер, чорба. Я так понял, он с чечевицы и масло идет. Он настолько сытный, хлеб я так и не ел, потому что, ну, вы поняли, что там и так было... Большая булка с мясом, ее вполне хватило. Мой сет из донора с говядины плюс суп плюс айран стоил 210 лир. Русланы шаурма 85 лир и отдельно айран еще за 15 брали. Итого за весь наш обед мы заплатили 310 лир. Это примерно, ну, $9. Не знаю, мне кажется, так сытно, плотно поесть. Вполне нормальная цена. Пишите, как вам. Ну, не знаю, может, не каждый любит такую еду. Кто-то любит там пюрешечку, котлеточку. Мы иногда любим зайти и такого вот поточить интересного. Тем более в Турции тут донеры везде жарят, шаурма. Очень популярно и очень вкусно они это делают. И без всяких майонезов, что добавляет еще больше изюминки данным блюдам. Город, конечно, сегодня живенький. Когда мы приехали в марте, то и машин было как-то меньше, и людей. А сейчас полноценно уже все функционирует. Давайте все-таки двигаться в сторону пляжа, набережной, и посмотрим, насколько много людей будет сегодня купаться. Смотрите, прямо здесь на центральной улице можно взять в аренду квадрики. Получается, на один час 10 евро, на целый день 60 евро. Тут много транспорта, можно велик взять. Велик вообще 5 евро на целый день. Потом такие электроштуки тоже. Один час 10 евро, на целый день 40 евро. Прикольно, я видел, что много таких по городу передвигаются, берут в аренду. Ну и, конечно же, электробайки, мотобайки, по-моему, 20-30 евро за одни сутки. Кстати, прикольно взять скутер, куда-то поехать, да? Да. Кстати, вот это, я так понял, Дымчаю, это там и ездили, базы отдыха. Небось, люди берут и едут как раз в ту сторону. Ну, вообще, туда лучше на автобусе. Не знаю, я считаю, что идеально, особенно если вы любите передвигаться на транспорте, либо машину брать. Ну, такие вещи, штуки прикольные. Тем более, лето, ну да, типа, с ветерком, когда уже жарко, то идеально подходит. Напишите, берете ли вы в аренду байк, либо скутер, либо велик, либо машину, когда едете куда-то за границу. Интересно будет почитать. Мы уже идем по Ататюрку, сейчас уже будем сворачивать в сторону Клеопатры. Тут, смотрите, везде это одежда, парфюмы, лосины, кофты, футболки. Там по 5 евро, я смотрю, футболки. По 10 евро 13 трусов. Экскурсии, все открыто. Турция жила, сезон начался. Кстати, очень большой плюс, что многие отели уже пооткрывались. Они не ждут там конца апреля, начала мая, как отели в Фетхе и в Алюденизе. То есть здесь оно работает постоянно. А если ехать в другую сторону, там где Алюдениз, Фетхе, Бодрум, там отели начинают открываться только в конце апреля, потому что те регионы, они более холодные. Ну а здесь просто красота. Мы уже приближаемся к набережной Дамлаташ и Клеопатра. Тут уже зелено, пальмы, отели. Смотрите, куда ни посмотришь, везде зелено и красиво. Прямо фонтаны на горизонте. Там цветочки, не знаю, мне прямо очень нравится это место. Это самое, наверное, такое популярное место в Алании. Те, кто живут там в Авсаларе или в Махмутларе в отелях, они приезжают сюда, потому что здесь, ну, просто супер. Посмотрите, куда ни глянешь, везде зелено и красиво. Давайте прогуляемся немного по парку. Мы уже показывали парк, который прямо возле подъемника. Вдоль набережной большое количество парков, фонтанов. Там, смотрите, прямо кактусы растут. Или это та штука, из чего текилу делают? Ага. По-моему, да? Не знаю точно, напишите, если вы разбираетесь. Но тут прямо супер. И плюс ко всему, вот эти, друзья, фонтаны все, там еще дальше есть фонтан, они ночью подсвечиваются, прямо такой переливающийся разными цветами фонтан, мостики. Мне прямо очень это место нравится. Я смотрю, там зонтиков так много на пляже. Мне кажется, людей очень много купаются. Давайте зайдем на мостик, посмотрим. Это, знаете, как фотозона. Все заходят на этот мостик и делают шикарные снимки. Напишите, как вам такая локация. Тут у нас тоже, смотрите, пляжик, шезлонги, душ, переодевалки. Вода сегодня очень бирюзовая. Я смотрю, что шезлонги практически все заняты. Может, 20% свободных. Там тоже можно ноги помыть. Но мы хотим все-таки в сторону Клеопатры туда, там, где сама гора, подойти. Обычно мы туда ходили купаться. Тут волейбол прямо на пляже можно играть. Но я бы сказал, очень обширная набережная, зелено. Там, кстати, теннис большой тоже. Ну, не знаю, платно это или бесплатно, либо очень
очередь занимает, кто первый, тот и играет. Возможно. По пути к пещере нам встречается очередной парк. Вот эти фонтаны тоже вечером функционировали каждый день. Не знаю, почему их днем выключили, но они тоже все переливаются, там красно-желто-зеленым. Вообще, вот эта вся площадь, полностью везде фонтаны и красота. Также беседки, пальмы, можно вот тут вот посидеть, смотрите, на лавочках и на таких качельках, да, можно сказать. Там деревья пострижены, гора на фоне, море, но замечательная атмосферка. Очень красивая локация, мне нравится то, что в Алании все зеленое. Куда ни пойдешь, везде будет много разных растений, разных деревьев. Сейчас еще большой плюс в том, что очень много что начинает цвести, и на улице стоит очень хороший запах. Также сюда на самокатах, на скейтах приезжают кататься. По-моему, скейт-парк мы видели, да? Да, я не помню, есть, с какой есть. Стороны. Огромный скейт-парк прямо возле набережной. Это Барселона вайб, можно сказать, да? Именно реально там много всяких приколяс, чтобы попрыгать, покататься на самокате или на скейтах. Здесь у нас вдоль пляжа тренажерочка. И смотрите, на вот этих электроштуках прямо вдоль набережной, да, катаются. И детская площадка, горки, качели, там баскетбол, настольный теннис. Все это здесь на набережной. Туалеты, там уже шезлонги. Я смотрю, на пляже намного стало больше людей. Это даже вообще единицы были. А там уже, я смотрю, полностью все занято. Ну, конечно, не так, как в сезон летом, но вполне достаточное количество. И я смотрю, что открываются все пляжные кафешки уже. Сейчас как раз спустимся к пляжу, проверим, насколько много там будет людей. А здесь у нас прямо бич-клаб, смотрите. Окко бич-клаб энд лаунж. Там у них огромное кафе, бассейны там тоже. Я так понял, тут прямо гостиница, что можно останавливаться. Смотрите, на номера похожи. И это прямо здесь, на первой линии, на Клеопатре находится. Кстати, вода теплая, только что проверила. Она не холодная, можно вообще спокойно плавать. Руслана увидела бассейны на радостях, да? Сразу, да. Давно уже в бассейне не было. Ну, смотри, эта штука выключена, не знаю, может, он еще не функционирует полностью. Ну, воду уже набрали, поэтому я думаю, что все работает. И смотрите, этот бич-клаб прямо здесь расположен. Тут у них столики, души свои, потом диванчики можно посидеть, ресторан. Всякие фотозоны, зелено. Давайте пройдемся. Ну, люди есть, смотрите. Очень много людей в ресторане. Тоже, наверное, процентов на 60. Полностью все забито. Прямо уже красивенная вода, бирюзовая гора. Это мое самое любимое место в Алании, не знаю. А еще мне нравится вот эта локация. Этот парк мы вам показывали. Это прямо, который возле подъемников. А тут вот вдоль набережной лавочки можно прямо сесть с видом на Клеопатру. Руслана котика нашла. Да, такой прикольный рыжий котик, жирненький, я даже его погладила. Только что от Русланы прозвучала фраза, которая звучит крайне редко. Она говорит, что я бы тоже сейчас в море скупалась. Да, потому что очень жарко, я бы сейчас с радостью пошла купаться. Но я с собой не взяла купальник, я его не одела, поэтому буду купаться в следующий раз. Ну и теперь мы подходим к самому нашему любимому пляжу. Мы всегда в этой части купались. Очень много людей там прямо возле пещеры. Большое количество людей в воде. Давайте подойдем, проверим водичку. Как жаль, что я не взял плавательные шорты. Я вам честно скажу, если бы я их взял, я бы 100% пошел купаться. Сколько людей на пляже, это шок. Совсем недавно никого не было, там пару человек. А сейчас большое количество людей. И Руслана решила все-таки попробовать воду, потому что, знаете, купаются люди-то купаются, но надо проверять. Она разулась, а я в кроссовках. Ну это что? Холодная? Она еще холодная. Как бы привыкнуть к ней можно, но купаться я бы в такой воде не купалась. Ну, не забывайте, что Руслана у нас немножко еще мерзлячка. Ой-ой-ой, я убегаю, я ж в кроссовках. Но мне нравится, что вода как в Фетке или как в Мексике, смотрите. Голубенькая, чистенькая. Ну, просто супер. Ну, не знаю, зря ты это говоришь. Если бы у меня были плавки, я бы 100% нырнул, как вот эти все люди, которые позади тебя на горизонте. Хочу вам прямо одной целой панорамой показать пляжик. Смотрите, там очень много людей. Чистая водичка, небольшие волны. Вон даже ребенок, смотрите, маленький купается. Офигеть. Бирюзовая водичка, горы. Там вот такое чувство, что мы летом сюда приехали. Смотрите, как много людей купается. Это, конечно, что-то с чем-то. И пляж полностью забитый. Я поражен. Также работает подъемник, смотрите, кабинки в гору. Мы думаем, возможно, тоже поднимемся. Давно там не были. Очень красивый вид открывается сверху. А в этой части, ближе к горе, прямо большое количество людей в воде. Смотрите, все купаются. Я хочу зайти там в самом конце. Есть такая пещера, и прямо можно с нее выйти к морю. Я раньше, когда мы были, не знал. Это в этот раз, когда мы приехали в Аланию, то заметил эту пещеру. Смотрите, много людей. Тут все шезлонги полностью заняты. Короче, сезон все полным ходом открыт. Все приезжают, отели открываются. Кто интересовался, можно ли ехать уже в Аланию, то вполне 100% можно. Тем более цены на отели на данный момент
еще будут не такие высокие. Понятно, что вода еще не такая, как летом. Если кто-то мерзляк, то, конечно, такой сезон вам не подойдет. Но если более-менее бюджетно, то вполне можно купаться. Эти же люди все купаются, да? Руслана, конечно, меня расстроила. Я думал, ты скажешь, сейчас все, будем купаться, но нет. Подошли прямо к горе. Смотрите, какая красота. Природа, скалы. Мне очень нравится это место. И хочу вам еще с этой стороны показать пляж, так как солнце не засвечивает. Очень длинный пляж, аж туда в самый конец идет. Мы там, кстати, жили в той части раньше возле пляжа, теперь ближе к центральной части переселились. Подошли уже к пещере, хотел зайти, ну там прямо потоп какой-то. Слушайте, Руслана уже разбулась, давайте я ей передам камеру, она сейчас зайдет и покажет вам, что же в этой пещере имеется. Итак, захожу я уже в пещеру. Обязательно сюда придите, когда приедете в Аланию. Мы были здесь неделю назад, и вот этой воды здесь еще не было. Можно было спокойно прогуляться и все посмотреть. Смотрите, как здесь красиво. Там волны и очень классное место для фотографий. Узнали только, что вот этот комплекс Palm Beach, который прямо возле горы, где шезлонги, у них еще ресторан закрыт, сказали, скоро откроется кухня, это все будет работать. Но шезлонги уже функционируют, получается 100 лир с одного человека на целый день. То есть включен зонтик и так далее. Зонтик не надо дополнительно оплачивать. И вот это все их территория, большая территория, прямо на первой линии. Ну не знаю, 100 лир нормальная цена? Это очень хорошая на целый цена. День, то есть целый день вы загораете, купаетесь и платите 100 лир всего. Это прям супер, это намного удобнее, чем брать полотенце, можно просто заплатить 100 лир, это примерно 3 доллара, и себе загорать целый день. И не сгоришь, потому что зонтик есть, а если на своем полотенце, то, конечно, через час-полтора вы уже просто уйдете отсюда. Сразу возле этого пляжа, если немножко подняться, находится очень популярное место, это, конечно же, пещера Дамлатаж. Мы туда тоже заскочим, но сразу говорю, мы не будем всю пещеру показывать, это неинтересно. Мы вам вкратце покажем, расскажем, какие цены на билеты. И тут есть прямо уголок с шопингом, также есть общественный туалет. А билеты, я так понял, принимает вот этот попугай, да? Ты ему платишь деньги, он в клюв берет деньги и все. И тут тоже можно, смотрите, и сувениры взять, и одежду, и чай продаются. Может, кто полотенце на пляж хочет взять. То есть это все возле пляжа Дамлатаж и Клеопатра. Магниты, сувенирчики и общественный туалет. Потому что если вы не останавливаетесь в бич-клабе, надо же куда-то в туалет ходить. В море, я думаю, не будут все бегать. Или вы так делаете? Напишите. Может, есть здесь у вас какой-то хитрец, который это делает в море? Или все-таки все это делают? Признавайтесь, напиши. Купили мы билеты в пещеру Дамлатаж, друзья, стоимость 60 лир с одного человека. Смотрите, какая красота, сталактиты, сталагмиты, все это здесь присутствует. Мы уже были в этой пещере, решили зайти, чтобы показать вам. 60 лир это всего лишь 2 доллара. Я считаю, что цена вполне нормальная, тем более вы заходите, смотрите, и вниз туда можно спуститься, посмотреть на самую настоящую пещеру. И везде все подсвечивается, это хорошо, потому что если бы не было подсветки, толком ничего не было бы здесь и видно. Вы, получается, по таким ступенькам спускаетесь, смотрите, и в самом низу прямо в пещеру можно залезть. Ну, тут прямо лавочки поставили, я не знаю, ты типа сидишь и чем-то полезным дышишь? Я или... думаю, что да, наверное, солью какой-то дышишь, но это место не подойдет для людей, у которых есть клаустрофобия, потому что закрытое помещение, вот лично мне, немножко здесь страшно. И если у вас есть клаустрофобия, вам будет тоже здесь страшно. Ну не знаю, мне кажется, прикольно, смотрите, можно на потолки посмотреть, но мне кажется, тут, возможно, даже не солью, а ты сыростью какой-то дышишь, сильно это полезно. Возможно. И в самом конце есть такая пещерка, смотрите, тут можно прямо залезть, но надо аккуратно, потому что можно прямо, ну я не знаю, горб свой сломать, если тут лезть. И вот там вот, в принципе, все. К самому, ну, в основном дети, я помню, тут бегали. Взрослые в целом сюда и не лезут, потому что очень неудобно. Ну и, конечно же, самое популярное место в Алании – это Алания Телеферик. Это подъемник в горы, в таких вот кабинках. Давайте все-таки купим билеты, поднимемся и посмотрим на эту красоту. Есть какой-то фаст-трек, вот название. Это все тоже находится возле парка, пещеры Дамлатаж, пляжа Клеопатры. Я так понял, вход где-то здесь. Сейчас узнаем, почем билеты и скажем вам. Но я слышал, что вроде бы они подорожали. Мы еще когда давно были, поднимались, это реально стоило, ну, практически 3 копейки. Такой вот билет 280 лир. Это подняться и спуститься. Туда и обратно. Это примерно 8,5 долларов. Сейчас вот будем заходить в кабинку. Я так понял, как раз мы успеваем. Погнали. О, на ходу прямо запрыгиваешь. Мне, кстати, нравится, что в этом подъемнике чистое стекло. То есть мы будем прямо наблюдать панораму на Аланию. Тут даже окошки есть, можно будет вот так вот поснимать.
Ну, короче, сейчас, друзья, будем делиться мега красивыми видами. Как раз пляж Клеопатра. Вся эта красота будет у нас перед глазами. Ну что, стартуем. Смотрите, парк, то, что я вам говорил. Там Дам Латаш, там Клеопатра. Предлагаю под релаксирующую красивую музыку насладиться вместе с нами этими красивенными бомбическими видами. Ну все, друзья, минут 5, ну может максимум 10, и мы уже на самом верху. Кстати, если вы даже боитесь таких подъемников и высоты, этот, наверное, подъемник самый медленный из всех, которые мы видели. То есть вы вообще не трясетесь, можете не переживать. Нам понравилось, мы насладились, я даже не успел снять, хотел побольше снять. И тут бац, смотрю, и мы уже на самом верху. Тут будет большое количество панорамных площадок, балкончиков, крепость. Сейчас мы это все вам покажем, не знаю. Я вот поднялся сейчас, мы были уже тут, но каждый раз, когда сюда поднимаешься, всегда прямо сверх эмоций, очень красивые виды. И самая красивая панорама на природу, мне кажется, открывается именно с данной горы. По такой вот тропе вы поднимаетесь, везде останавливаетесь для фотографий. Тут деревья, сосны, красота. Там дальше тоже, смотрите, очень много людей. И на каждом этаже, можно сказать, небольшой балкончик, чтобы насладиться столь крутыми видами. Мы поднялись на самый верхний балкончик. Смотрите, мне кажется, самый красивый вид открывается именно отсюда. Полностью всю Аланию видно. Там вот прямо надпись «Я люблю Аланию». Мы ездили туда в кафешку. На обед или на ужин, не помню. Там тоже крутецкие виды. Ну и порт, набережная, марина. Просто супер видончик. Вот на этом мы балкончике только что стояли, делали обзорчик, смотрите. Тут прямо даже лавочки есть, можно посидеть, просто насладиться этим видом. И сама крепость находится прямо здесь, тоже на горе. Это надо еще выше. Так солнце сегодня печет, прямо непривычно, да? Так жарко. Я смотрю, люди пешком даже сюда поднимаются. Идти пешком примерно 5 километров. Я думаю, что по этой жаре все-таки это делать не стоит. Если месяц назад это все делать, то да, конечно, без проблем можно подниматься. По этой жаре я не советую ходить пешком. Вообще лучше все-таки заплатить. И, кстати, можно сюда еще добраться на автобусе. Автобус идет прямо от пещеры Дам Латаш, по-моему, он идет нам 5 раз в день. Нужно искать расписание, и на автобусе можно подняться за 20 лир всего. Ну, самые экономные могут идти пешком. Мы, кстати, хотели на автобусе подняться, но, друзья, виды такие крутые с подъемника, что просто грех не заплатить деньги и не насладиться всей этой красотой. И на самом верху, на балкончике, смотрите, есть такой специальный бинокль. Закидываете 2 лиры, и можно... Блин, он так скрипит, и можно прямо посмотреть, приблизить. Но мне кажется, на айфоне зум тоже хороший, поэтому лучше просто на зум приблизить и посмотреть, если вам хочется прямо какие-то детали или мелочи рассмотреть. Отсюда прямо видно крепость, стена. Смотрите, там тоже порт. Мы, кстати, там рыбу ели внизу. Хамса экмек и балык экмек. Так что будьте в Алане, обязательно зайдите, там очень вкусная рыбка. А вообще, судя по всему, на входе в крепость самый крутой вид, смотрите. То есть эти балкончики как для фотозоны, если хочется прямо обзор посмотреть на всю Аланию, то прямо к крепости поднимаетесь и можете вот там вот везде по пути не задерживаться. Мы уже зашли в крепость. Кстати, смотрите, время работы до 8 вечера с 9:30. И тут уже с другой стороны вид открывается.
передвигаться будет на сам пляж Клеопатра. И так можно будет еще пройтись. Там, по-моему, рыночек небольшой, кафешки. Сейчас тоже это вам покажем. Такой вот вид на Клеопатру. И тоже крепость отсюда виднеется. Мы, кстати, удачно пришли, потому что солнце это все дело не засвечивает. Мне интересно, если вот там вот лазить, змеи там есть вообще или нет? Конечно, есть очень много змей в Турции, поэтому нужно быть аккуратным. Ты боишься змей? Я очень боюсь змей. Из-за этого я не хочу здесь ходить в горы, потому что здесь в горах их прям очень много. Особенно их много, если ходить по Ликийской тропе. А брючных змей боишься? Нет, твоих не боюсь. А тут уже ресторанчики начинаются, друзья, кактусы. Я помню, мы когда тут были, тут такие прямо цветы красивые цвели. Тут рыночек, небольшая ярмарка, можно фреши взять, гранат, апельсин, что там, грейпфрут. Ну, кстати, функционирует, смотрите, да. Полностью сезон уже полным ходом, можно сказать, работает. Гарденья ресторан, это там, если сверху, с видом на Аланию захотите посидеть. Только что спросили специально, почем фреш из апельсина, тут он стоит 90 лир. Внизу, в нашей кафешке, ну, мы ее так называем, потому что мы туда всегда ходим из-за того, что там дешевле. Там 50 лир стаканчик. Ну, был вообще неделю назад 30. Так что цены реально выросли. Ну, тут как бы туристическое место. Тут это еще оправдано. Потому что можете сами представить, люди сюда всегда поднимаются на работу, как бы продают все, смотрите, отмашут. Тоже соки, фреши есть. Короче, оно того в целом стоит. Так что если захотите с видами здесь прикупить сачка и попить, то я считаю, что можно не пожалеть и заплатить немножко выше. Тут цены такие же. Я смотрю, мороженое по 60 лир, 1,5 евро или 2 доллара. И вот те самые цветы, о которых мы говорили. Смотрите, я еще тогда запомнил, что тут прямо целая улица в цветах. И вот мы на нее как раз попали. Это что, сирень или что это? Очень красиво выглядит. Руслана не знает. По-любому кто-то из вас разбирается. Напишите, что это за цветы. Ну, запах. Запах просто замечательный. Там тоже красота. Тут, я так понял, даже, может, и живут люди. Там, живут. Смотри, тоже апельсинчики растут. Ну, очень классное атмосферное местечко. Здесь по-любому живут люди, потому что сюда можно подняться еще на машине и на байке. Тоже, я смотрю, лавки с сувенирами. Там мини-кафешка. Ну да, смотрите, домики есть. По-любому, значит, живут. И тут находится еще мечеть. Вот она, собственно, перед нами. Она, мне кажется, очень старинная. Но я вам скажу, атмосфера именно вот этого места, как будто бы, знаете, старый город где-то там в Черногории, да, напоминает немного. Вот эта брусчатка, друзья, прям очень красиво. Ну вот домик, я не знаю, это от мечети, наверное? Возможно. Тут нас, как всегда, встречают котики и, конечно же, кактусы. Ну тут, смотрите, даже кладбище есть. Ну не будем показывать, просто так вкратце скажу, чтобы вы имели в виду. Мы решили вернуться все-таки в ту кафешку, там такая музычка на расслабончике играет, а там как раз здесь сирень. Сирень этот цветет, друзья. 90 лир так 90, зато в таком месте запахи, не знаю, хочу насладиться. Тут даже платья есть такие, как в Индии, помнишь, ты покупала? Точно такая же что-то расцветка. Похожее, смотрите. Вроде из Индии уехали, но она нас все равно везде преследует. Это такой же костюм с широкими штанами. Точно такой же, только голубого цвета. Вот эта кафешка, находится на углу, ориентир это вот эта сирень. Сейчас зайдем и что-то прикупим. Тут есть мороженое подороже, это такие рожки в шоколаде по 90 лир. Есть по 60, ну тут тоже лед есть, потом орео вот это тоже по 60, с орешками. В общем, возьмем и мороженое, и фреш, да? Я хочу вот тот, вот такой. Давай, смотрите, вот это прикольная штука. Хочу вам показать, как давят сачок, прямо смотрите, с апельсинчиков. Нам, кстати, советовали взять такую штуку и купить домой, и покупать апельсины на рынке, и самому делать фреши. Я думаю, что мы это когда-то все-таки сделаем, да? Тем более гранатовый фреш, я прям очень люблю. Но это, друзья, не пакетированные соки, это очень вкусно и очень полезно. Сели все-таки в кафешку, смотрите, тут прямо музычка, атмосфера класснючая, такие столики. Сидите прямо в саду, там вот сирень, красота. И вид на море, замечательный с горы. Открыли мороженое, смотрите, я такое взял, ну, Руслана подозрительное взяла. Мне это мороженое что-то такое напоминает странное. Наверное, брючных, о которых я говорил. Интересная форма. Ну что, как тебе? Подозрительная мороженка. Нам принесли уже соки, смотрите, такие огромные стаканы. Ну, за 90 лир прямо такой стаканидзе здоровый. Мне кажется, нормально, потому что когда мы брали за 50, то там реально он, наверное, в два раза меньше. Ну, может, не в два, не знаю, ну, меньше, значительно меньше. Ну, прикольно так, чисто на релаксе, мороженка, напитки. Я думаю, полноценно сюда прямо никто не ходит поесть, потому что тут и дороже немножко. Тут чисто посидеть, насладиться, точнее, обжираться тут, как мы это обычно любим делать. Руслана уже дегустейшн сакейшн делает. Очень как тебе? Хороший сок, мне нравится то, что он с мякотью. Фреш, фреш. Да. Я тоже прямо на дне такой апельсинчик почувствовал. В общем, мы реально кайфанули, друзья. Ресторанчик бомба. Вроде бы скромненько, но со вкусом, как говорится. Не знаю. Я прямо очень доволен, что мы сюда зашли.
Так что, друзья, на этом моменте будем уже заканчивать данное видео. Можно еще немножко дальше прогуляться, но мы там уже были, там по сути крепость. И виды самые красивые именно с этой стороны, с которой мы вам их показывали. Я очень надеюсь, что вы нас поддержите лайком, ведь мы старались, сняли прямо мега насыщенный выпуск. Специально выбрали солнечный день, чтобы была мега яркая и красивая картинка. Так что ждем вашу поддержку пальцем вверх. Пишите свои комментарии, что вам понравилось, что не понравилось. Советуйте места, где вы были. Также напишите, как вам наша квартира, которую мы арендовали. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие интересные выпуски. Также подписывайтесь на телеграм-канал и на инстаграмы, потому что именно в этих социальных сетях все выходит в реальном времени. Ссылки есть внизу в описании под видео. И до скорых встреч совсем скоро. Мы с вами снова увидимся. Пока! Пока!